Ну, как бы, она, ну, не совсем правильной подачи, как бы, зашла, да? Конечно, так человек то, что хочет, он получает, но, это правильно. Но в том, что она хотела задать вопросы, правда, почему? Так типа, надо по-другому. Нет, когда ты приходишь, ты сидишь сейчас спокойненько, говорит, тинь-тинь. Я согласна. Что, Тигрой, давайте я сначала вылежу, а потом... Вот это все! Пусть не лезет. В этом даже можешь не сомневаться. В этом даже можешь не сомневаться. Значит, смотрите, Элина предлагает прям вот в эту же секунду прям облизнуть Тиграну попку. Я беру Тиграна и предоставляю как бы возможность это сделать. Если как бы хотела бы это сделать, ну что возмущаться, драться, драку устроила, представляете?